Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездила я туда одна и, в общем, накупила аж на 11 тысяч, девочки. Вот. Но все нужно и не нужно, конечно же. Вот, так что давайте сейчас вам покажу. Чек будет в конце видео. Итак, вот такая большая закупка у меня получилась. Давайте, как всегда, начнем с мяса. Я купила по 209 рублей, была свинина. Но она такая, я не скажу, что супер хорошая, то есть с жирком, но я ее пущу на котлеты. Единственное, что я, то есть на фарш, да, единственное, что я не купила говядину, потому что, ну, как-то там был такой кусочек лежал, знаете, ну, не очень хороший, я потом куда-нибудь в другое место зайду. Да, в местный своему любимому магазинчику куплю говядину и, в общем, сделаю фарш, одним словом. В общем, я купила много, аж почти 4 килограмма, 3,964 на 828 рублей. Тут прям прилично очень, вот. Так что я, ну, что, наделаю фарш, накручу, заморожу его, потом буду делать котлетки. Также была акция на куриное филе. Может быть, тоже, кстати, сделаю, ну, фарш, да, куриный. Вот, посмотрим. Так что я взяла две упаковки. И я здесь взяла, была акция вот на эти пельмешки. Я их взяла. И да, я согласна с вами, что домашние пельмешки это самое вкусное. Возможно, я когда-нибудь начну их лепить. Точнее, мы уже как-то с мужем лепили. Но, в общем, я купила. И вот эти вот, девочки, хинкали, 4 сыра. Увидите, если вы любитель сыров всяких разных, то обязательно попробуйте вот эти хинкали. Они нереально вкусные, вообще просто обалденные. Они, правда, дороговаты стоят. Сейчас по акции взяла 380 с чем-то рублей, но они просто обалденно вкусные, так что советую. Также была скидка вот на такую колбасу «Время оливье». Ну, я тоже своим либо оливьешку сделаю, на пиццу ее еще могу пустить. Так что отлично будет. Но вообще, когда брала, думала сделать пиццу. Вот, так что, может быть, сегодня и сделаю ее. И поэтому я взяла еще вот такую колбаску. Она тоже была по акции, чтобы, ну, не из одной такой было, да, а из разных колбасок. Мне кажется, тогда будет вкуснее. Вот, так что, наверное, сейчас и накручу. Еще взяла вот такой кусочек, что это у нас, тоже был по акции, дымов окорок. Вот такой. Ну, вроде ничегошный такой. Я взяла небольшой кусочек. Там большие были, самые маленькие выбрала. Вот. И вот такую колбаску. Кстати, она очень вкусная. Девочки, тоже советую. Посольская вот такая сырокопченая. Видите, она вот такая, как плоская немножко. Очень вкусная вот эта колбаска. Так что взяла целую. Ну, давайте дальше здесь у меня по молочке. Взяла вот такое молоко лентовское. Я как-то, кстати, брала. Вот, неплохое молоко, но мы его не пьем в кофе, там блинчики и так далее, нормально. У него цена не сильно дорогая, поэтому взяла. Также сгущенное молоко тоже думала, может, как-то блинчики как раз с фаршем, да, с мясом сделаю. А остатки у меня обычно остаются, то есть я обычно фарша делаю меньше, чем блинов пеку, поэтому на остатки вот как раз сгущенное молоко, то есть с этими мыслями покупалась, по крайней мере. Также здесь взяла вот такие соусы, они были со скидкой. Мне больше нравится Махеев, но вот были Мистер Рико. Вот такие сырный, изысканный, нежный вкус. Не знаю, попробую. От Мистер Рико не пробовала такие. И вот такой вот чесночный. Вот, также взяла кальве майонез. Думаю, мало ли, если все-таки решу сделать еще с той большой колбасы, да, еще салатик оливье, так что будет майонез. Сметанку здесь взяла вот такую вологодскую. Вологодские вот эти молочные продукты очень вкусные. Так что, если увидите у себя, обязательно возьмите. И масло вот это из Вологды тоже очень вкусное, поэтому решила взять. На выпечку себе взяла вот такой маргарин, но он был со скидкой, что-то совсем там недорого, я решила взять две штучки. У него тоже печенье нарисовано, поэтому думаю, будет нормально. И вот этот творог. Ну, кстати, он неплохой, если вот его просто так поесть. Я пробовала, но я его в основном беру на всякую выпечку, потому что просто так поесть я обычно покупаю пискаревский творог. Также увидела, давно не ели паштет. Вот, конечно, паштет тоже можно самими сделать, как и пельмени, но я решила купить вот такой с гусиной печенью и с индейкой решила взять. И вот такой была на него акция. Вот Валио творожный сыр с зеленью и чесноком. У меня, кстати, тоже домашние любят на завтрак вот такую штучку есть.
Также взяла сыр, взяла тоже два сыра, потому что с мыслями о пицце. Вот такой российский, 398. Но вот этот российский, он, кстати, не очень хорошо расплавляется. И вот такой взяла басня о сыре по 449, ну, 450 рублей за килограмм. Здесь еще набрала всяких вот таких штучек, сырков, да, лентовские вот такие, вот эти картошка, обожаю их, они очень вкусные. Вот такие детки у меня едят. Такие тут. А, и еще вот такие вот. Увидела впервые, думаю, надо попробовать. Со вкусом Орео. Да. В общем, тут разные-разные у меня всякие. Целый пакетик набрала. Ну, таких вот обязательно надо попробовать. Так, дальше взяла дрожжи. Помните, я вам прошлую покупку или позапрошлую, уже не помню, показывала дрожжи вот этой же марки, только были для пиццы и для сдобы. Вот для сдобы мне не особо понравились, сдоба становится такая желтого цвета, а вот для пиццы вообще обалденно понравились. Но я почитала, что там обычные дрожжи с луковым порошком. Так вот, для пиццы не было, поэтому я купила обычные вот такие, но я с iHerb заказала луковый порошок, так что, может быть, если в тесто его добавить, может быть, будет то же самое, не знаю, в общем, посмотрю. Так, дальше давайте, здесь у меня всякие напитки, соки взяла вот такие маленькие, гранатовые и тропический миг. И я как-то вам говорила, что я очень люблю лимонад Байкал и Тархун. Очень. Вот эти два лимонада, это у меня, я не знаю, лимонады детства, наверное. Я их очень-очень люблю. И особенно мне нравятся черноголовки, они действительно вкусные. Появился вот такой Байкал черри и ванила. Это как пепси, да, есть, или кока-кола, да, черри и ванила. Вот. То же самое, только это Байкал. Поэтому я решила взять попробовать. Думаю, что, наверное, будет очень вкусно. Так, это пиво вот такое. Я решила взять вот себе одну бутылочку маленькую и мужу две. Вот, он меня тоже, кстати, любит такие напитки с добавками. Вот, дальше здесь у меня мука лентовская. Кстати, вот эта лентовская мука очень даже неплохая. По качеству, по мне, так как предпортовая или как макфа. Вот примерно то же самое, стоит подешевле, поэтому я иногда беру. И вот такое было масло оливковое на скидке. Вот, поэтому тоже решила взять. Тем более у меня масло оливкового уже что-то давно в доме нет. Поэтому на салатики какие-нибудь, на всякое такое. Здесь у меня хлеб. Взяла вот такие щедрые ржаные хлебцы. Я люблю, у меня дети тоже любят их на обед к супчику грызть. Обычный хлеб лентовский, вот такой многозерновой, и батон лентовский. Вот этот батон, кстати, я подсушиваю и на котлетке очень хорошо идет. И здесь у меня, девочки, это я погрызла, мужу еще немножко дала. Вот, это мои любимые вот эти лепешки с тандыра. Боже, как они мне нравятся, да чего же они вкусные, это просто обалденно. Мне даже больше всего нравится, наверное, ехать в машине, жевать их и запивать обычной водой. Вот, я не могу это объяснить, но это просто нереально вкусно. Также увидела вот такое, вот такие макароны. 4 злака, пшеница твердая, овес, ячмень, рожь. Забота о фигуре, готовьтесь с овощами. Видите, какое здоровое сердце. В общем, такие же. И там еще были, видите, они такие коричневые. Я не знаю, что это за марка. Вот такая, наверное. Такие же, только белого цвета макароны. В общем, решила взять, попробовать спагетти вот такие. И еще обычные. Они были по акции, тоже вот такие, номер 114, вот обычные, взяла. Так, дальше у меня здесь всякие вкусности. Вот такие крекеры нравятся моим мужчинам, две пачки взяла. Взяла вот такие, не знаю, это какая-то новинка, но мне кажется, очень вкусно должно быть. Со вкусом карамели арахиса, а здесь со вкусом шоколадного брауни. Видите, такие штучки какие-то. Не знаю, что это такое. Попробуем. Кукуруза вот эта жареная, соленая, очень нравится тоже моим мужчинам, поэтому взяла им снова. Также здесь у меня чай. Вот это санита. Санита, да? Или саита, как правильно он называется. Не знаю. Очень вкусный вот этот чай. Как пакетированный, так и листовой чай. И обожаю, когда вижу его, постоянно покупаю. Тем более вот эта коробка была на акции и стоила дешевле, чем Гринфилд.
Вот, но он очень вкусный. Мне нравится больше даже, чем Гринфилд. Прикольный чай. Он вот такой есть фиолетовый, еще, по-моему, желтенький. Вот здесь вот разные. Так что, видите, тоже возьмите, попробуйте. Есть и в маленьких упаковках. Так, здесь у меня всякие орешки. Взяла вот такой, тоже была по акции. Я взяла вот этот... что это? Это изюм черный. Семушка. Мне очень нравится вот такие, такой крупный изюм. Обожаю. Вообще что-то в последнее время, в принципе, изюм очень нравится. Прям подсела на него. И финики. Я покупаю вот такие финики. Знаете почему? Потому что они... Просто финики сушеные с косточкой. Они идут без вот этой обмазки, да, сверху, которая, потому что от той же семушки у них такие прям красивые-красивые финики, стоят дороже, но в них консервант. Ешка вот этого, да, то есть финики и ешка. Это обычные простые, да, они немножко вот здесь вот кожура такая жесткая, но мне очень нравится, поэтому я, по-моему, все время вот этот беру, вот эти именно финики. Не знаю, вот такая компания «Аппетит». Вот. И здесь у меня орешки еще. Вот какие-то такие взяла. Твердый знак. Тоже, по-моему, по акции было или что-то такое. Вот, тоже люблю грецкие орехи. Почему-то в ленте нету ореха пекан. Я его очень люблю, больше, чем грецкие орехи. Его почему-то нет. И здесь, девочки, слушайте, я реально повелась вот на это. Посмотрите, какие шоколадки. Ну, я реально, я вообще очень сильно люблю белый шоколад, обожаю его, вот, здесь с кусочками клубники, ну, так аппетитно прямо выглядит, тоже был по акции, и вот такой с лесной орехом, это мужчина мой, мужчина у меня любит с орешком, а это будет моя шоколадка, я буду ее есть, наверное, не знаю, но много времени, потому что белый шоколад, он же такой приторно-сладкий, по вкусу, как сгущенка, наверное, поэтому мне нравится. Я как-то давно брала в ленте вот такие конфетки, девочки, они такие вкусные, это жевательные конфетки, очень мне понравились, и я еще такие конфетки беру, у меня младшего укачивает в машине, ему даю, и его как бы меньше укачивает, вот такие лентовские, жевательные, но очень вкусные конфетки, вот они стоят 349 рублей, но на них, по-моему, скидка была, я могу ошибаться. У нас 163 рубля, у меня почти полкило получилось. Ну, вот это вкусно. Я даже сама тоже с удовольствием грызу, машину бросаю себе. Так, здесь у меня еще я пропустила морскую капусту вот такую, витаминный салат. Не знаю, вот такой марки, тоже акция на него была. И здесь у меня фрукты. Взяла ананас вот такой, 143 рубля. Там по 190, по-моему, был желтый ананас. Но я вот этот оставляю дня на два постоять при комнатной температуре, просто на кухне. И он потом становится вообще обалденно вкусным. Вот. Главное, что не передержать, потому что он начинает вот здесь вот портиться. Вот. То же самое я поступаю со всеми недоспелыми фруктами. Я их просто оставляю на столе, и они доходят до нужной кондиции, скажем так. И мандарины были по акции, вот такие 60 по 69 рублей, вот, большие такие. Здесь у меня яблоки Red Chief по 139 рублей, тоже такие прям аппетитно выглядели. И здесь взяла хурму, но я хурму взяла разную, потому что, не знаю, потому что вообще хотела королек, но королек был такой не очень хороший. По 69 рублей я набрала немножко, решила, что мне будет мало, и решила еще взять свечку. С хурмой я поступаю точно так же. Оставляю ее на пару дней, и она доходит, и уже становится очень вкусной. Такая по 109 рублей тоже акция была на хурму-свечку. Очень вам советую тоже вот этот виноград тайфи. Очень он вкусный, 117 рублей за килограмм стоит, но он прям нереально вкусный, сладкий такой. Попадается и с косточками, и без, но для меня это не проблема. Вот я прям подсела на этот виноград, очень вкусный. Дальше здесь помидоры у меня 130 рублей за килограмм. Здесь, по-моему, по 29 рублей были огурцы. Те, которые были на развес, они были все мягкие. Я их не стала брать. Взяла вот такие упакованные 3 штучки. И очень люблю вот такую редьку маргеланскую. Я ее просто обожаю. Когда она появляется в ленте, я ее всегда беру. 36 рублей за килограмм на 23 рубля. Но я взяла 2 штучки и делаю салат. Я ее просто натираю на терке, заправляю солью, маслом и все. И вот так вот ем. Она такая остренькая, очень вкусная. Больше ничего вообще не добавляю, потому что я ее в принципе очень люблю. Ее только саму.
Также капусту, но капуста на нее была акция вообще. 9 или 11, 11, по-моему, рублей она стоила. Взяла небольшой кучешок. И лук эконом. Я всегда беру лук эконом. Он очень хороший, по 15 рублей за килограмм. Здесь немножко бытовой химии. Давно я не покупала бытовую химию. Я обычно использую только Фаберлик. А здесь я что-то увидела, мне кажется, новенькая, по крайней мере, упаковка. Я помню, что мне очень нравилась вот эта лентовская бытовая химия. Мне она действительно очень нравится, как и таблетки для посудомойки. Поэтому я взяла вот такой для черных тканей. Но вот такой, мне кажется, я уже когда-то брала. Вот. А вот такой точно не брала, это 100%. 1,5 литра гель для... Тоже цветного белья взяла. И вот такой я тоже его, по-моему, никогда не брала. Но, по крайней мере, мне так кажется. Кондиционер для белья тоже от Ленты. Мне кажется, должен быть, наверное, хороший. Вот. Ну, в общем, попробую его. Также были по акции, взяла вот такие пакеты большие. Я всегда беру большие пакеты. Мусор какой-то такой с участка и так далее. Всегда они пригождаются. И на Бреф вот этот вот была акция. По 3 штуки, но я взяла... По 2 тоже у них была акция. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек. И еще забыла вам показать. Я еще купила мороженое. Просто как зашла, сразу бросила в морозилку. Оно начало у меня уже таять. Вот такая коровка из Кореновки. Очень мне нравится это мороженое. Кстати, оно очень вкусное, прям обалденное. Я взяла, ну, сразу брошу в морозилку, да. Шоколадное вот такое мороженое. Я очень люблю пломбир. Обожаю пломбир, просто вот без всего. В конце концов, иногда добавляю какой-нибудь вареница или что-то такое. Получается очень вкусно. И вот такой с черной смородиной. Я так понимаю, что это вообще как типа тортика там такой, да? Потому что там, в общем, не знаю. В общем, должно быть очень-очень все это дело вкусно. Так что еще мороженое у меня было.